Что с первой почты не писал, и не от того, что эти строки писанные с грустью будешь разбирать, смеясь. Писанные мной одною, одному тебе впервые расколдуешь не один. И не от того, что кудри до щеки коснутся, мастер, я сама читать вдвоем. И не от того, что вместе над неясностью заглавных вы взогнете наклоня. Того, что дружно веки вдруг снижаться, труден почерк их тому стихи. Не